Международный день памяти пропавших детей не один десяток лет отмечается во многих странах мира. В прошлом году Россия впервые официально присоединилась к этому дню. История Международного дня памяти пропавших детей началась 25 мая 1979 года, когда в Нью-Йорке пропал 6-летний мальчик. После исчезновения малыша фотографии пропавших детей начали печатать на пакетах с молоком. С каждым годом к этому дню присоединяются все больше стран со всего мира. В нашей республике также есть инициативная группа, благодаря которой ежегодно находятся жители по всей Башкирии. Пропажи детей можно разделить на несколько категорий. Это бегунки из детских домов, бегунки из семьи. За последние несколько лет в Уфе было два случая похищения детей, на которые мы моментально среагировали. Вот, и, слава богу, дети были найдены живыми и здоровыми. Много детей пропадает, подростков. Поругались с родителями, может, там какие-то проблемы в школе. Ходят из дома, живут у друзей, прячутся где-то. Как правило, находятся там, ближайшие там, несколько дней или недель. Присоединиться к акции может каждый житель. Для этого 25 мая в 10 часов вечера нужно зажечь свечу и выставить ее на подоконник, символически осветив дорогу домой всем потерявшимся детям. Дарья Синенко, Андрей Ласыгин, телеканал ЮТВ.